Химпром ответил на обращение СМИ и граждан о наличии запаха хлора в Новочебоксарске 11 марта. В официальном ответе сообщается, все производственные объекты функционировали в штатном режиме, и никаких нештатных ситуаций, в том числе выброса хлора, гипохлорида, натрия или других аналогичных веществ на предприятии не было. 11 марта Химпром получил информацию о постороннем запахе, похожем на хлор, в Новочебоксарске от дежурного по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. После чего специалисты предприятия обследовали территорию Химпрома и санитарно-защитную зону. Концентрация хлора была зафиксирована в деревне Альдеево, говорится в сообщении. В пределах нижнего порога чувствительности по методике определения хлора в воздухе для населенных мест. Но в районе цехов производителей и потребителей хлора Химпрома газ обнаружен не был. Свои исследования сразу после получения информации о специфическом запахе провел и территориальный отдел Роспотребнадзора в Новочебоксарске. Специалисты взяли пробы по двум адресам. Улица Советская у магазина «Комфорт», хлор и гидрохлорид там не нашли. И на улице Пятинская в деревне Альдеево, где и зафиксировали превышение хлора в 1,2 раза. Повторный забор его не обнаружил. Источник выброса сейчас устанавливают специалисты Роспотребнадзора совместно с администрацией города Спутника.